Доброго дня. В ефірі я вас вітаю. Сьогодні говоримо про розвиток буровугільної галузі на Україні. Мій гість – народний депутат України Віктор Турманов. Вітаю вас, пане Віктор. Я теж вас вітаю. Вітаю всіх кіровоградців. Ще зовсім нещодавно розвиток буровугільної галузі на Україні у ЗМІ характеризували такими словами. Неефективне управління, зношеність обладнання, відсутність підтримки галузі з боку держави і практична зупинка видобування буровугілля. Ви згодні з такими епітетами? І що можете сказати, яка ситуація зараз? Ну, я хочу сказати не тільки за буровугільний басейн Александрії. Я хочу сказати, в связи з получением независимости нашего государства Украины, в целом угольная отрасль очень сильно пострадала. И нужны были каждый год серьезные капитальные вложения, финансирование угольной отрасли. Если так коротко сказать, то профсоюз работников угольной промышленности, который я на сегодняшний день возглавляю, мы проводили постоянные акции протеста в городе Киеве, выбивая бюджетные средства на развитие угольной промышленности, в том числе, я подчеркиваю, буроугольного комплекса. Мы не можем разорвать буроугольный комплекс от шах, который добывает коксующийся уголь и энергетический уголь. Значит, ну так случилась ситуация, значит, на многих наших государственных предприятиях. Я хочу сказать, что сегодня 40 шахт уже не государственной формы собственности в Украине, 127 шахт находятся в государственной собственности. И мы видим такую тенденцию из года в год, значит, вот объемы не возрастают, а снижаются на развитие угольной промышленности. Могу подчеркнуть, что в 2003 году мы получили самое лучшее финансирование за всю историю независимости. Вот, и тогда правительство возглавлял Виктор Федорович Янукович, потому что он, наверное, еще и шахтер сам. Вот. И в 2011 году, и вот в 2012 году мы получили дополнительно 2,2 миллиарда на развитие угольной промышленности. Ну так сложилась ситуация с буроугольным комплексом, что на протяжении ряда лет нужны были большие капитальные вложения. Был поставлен вопрос правительством Украины в 2002 году, в начале этого года, надо было закрыть буроугольный комплекс вместо Александрии. Значит, здесь на тот момент работало 8 тысяч рабочих. Значит, мы как профсоюз и мой коллега, председатель Кировоградского тюркома Орел Михаил Федорович, мы приняли решение, потому что профсоюзы должны были давать согласие на закрытие вот этого буровольского комплекса. Мы сказали, что надо нам поискать альтернативу, потому что, а что делать? Мы знаем, Кировоградская область, значит, вот промышленные предприятия очень мало. Очень мало, это в основном сельскохозяйственная область, будем говорить. Поэтому мы тогда сказали, что мы категорически против, давайте искать альтернативу. В 2004 году, по настоянию нашего профсоюза, здесь, в городе Кировограде, в областной администрации, была выездная коллегия Министерства угольной промышленности, где рассматривался альтернативный вариант, это передача этого всего комплекса в аренду. Такое решение коллегия приняла. Были два, как говорится, арендатора. Но то, что вы назвали Константин Живаго, это народный депутат, который представитель Бюта, вот, и он проживает в основном в Англии. Он главный арендатор. И надо сказать, что предыдущая власть, она была до этого у власти. Значит, Константин Живаго, поначалу вроде бы здесь процесс пошел, а потом все остановилось. Практически добыча остановилась этого угля. И началось разворовывание этого комплекса. А чему зупинилось выдобыток? Потому что нужно было влаживать финансы. Живаго имел такие финансы. Он шел, он знал, куда он идет. Но он получил, да, мы и шли по этому пути. А чему призупинили тогда вкладывание коштів? Он же хотел заработать на этом. Он хотел сделать и державе, и себе, так бы мовити. Ну, это вы так сегодня говорите, мы так думали. Этот человек, взявший этот комплекс, он понял, что здесь большие деньги нужно влаживать, он не собирался вкладывать. Он принял решение, и тогда начали растаскивать буроугольный комплекс. Значит,
оборудование, которое там было, сдавали в металлом и прочее. Самое главное, в 2006 году здесь задолженность по зарплате именно образовавшаяся так, горе-арендаторами составляла так, 15 миллионов гривен. Но когда Виктор Федорович второй раз пришел и возглавил правительство, это 2007 год, мы добились, и правительство приняло решение, и эти 15 миллионов долгов негосударственных были погашены. Вот. Дальше мы стали и видели одно и перед руководством области, значит, вот, перед правительством, что надо разрывать договор аренды. И я хочу вам сказать, что при той власти это было очень сложно. Я обращался непосредственно и к президенту, и к генеральному прокурору, все. Ну, все, обещания, обещания, вот только обещания остались. И только лишь в 2010 году нам удалось начать процесс, процедуры, значит, будем говорить, через судебные инстанции. И в этом году мы убрали этого Константина Живаго. Угу. Он теперь сегодня не керует этим предприятием. Чье предприятие тогда? Предприятие передано сегодня Министерству угольной промышленности. Разрезы, там предприятия вспомогательные. И я хочу вам сказать, что задача теперь стоит возродить этот буроугольный комплекс. Я буквально накануне приехал. Вже підраховували, скільки буде коштувати відродження комунікації, відкачка води і так далі, тому подібне? Сьогодні перший вопрос. Підписан договор між Китаєм і Україною. Сума договора 3,6 мільярда доларів. Так. Значит, 50% этих средств пойдут в сельское хозяйство Украины, 50% этой суммы идет на угольную отрасль. Почему на угольную отрасль? А сколько на саму Кировоградщину? Сегодня я не могу эту цифру назвать. Почему на угольную отрасль идет 50%? Потому что вы знаете, тот драконовский закон, который подписало предыдущее правительство, цена на газ сегодня самая высокая в Европе. И вы знаете, что этот договор на 10 лет. И с приходом уже нового президента, или как его, старый новый президент Путин, пока с нашей стороны постоянно идут переговоры и просьбы на пересмотреть цену на газ, пока не пересматривают. Ну уже да, уже два года такие достаточно серьезные размеры. Да, идут, поэтому в этом году ничего. Заявление президента, правительства, что 54 миллиарда кубов газа мы брать не будем в России по этой цене. Мы будем брать 27. А Россия нам говорит, читайте договор. Договор записан. Берете, не берете, деньги платите. Поэтому будем брать, это официальное заявление наших руководителей государства, 27 миллиардов кубов газа. Пополнять будем вот те недостающиеся ресурсы это газа за счет угля. Выстачить поэтому того, что есть на этих розрезах кировоградских? Як вам здається? І це ж не просто взяти, це треба ще, щоб, але щоб воно запрацювало, треба вкласти досить багато грошей. Безусловно, безусловно. Буде розроблена програма по цьому питанню, значить, от вона буде розроблена не тільки в міністерстві, вона буде утверджена в кабінеті міністрів. Скільки років воно це буде? Наскільки швидко це буде вирішуватися? В цьому році підготовчі роботи всі повинні закінчитися. Я ще раз говорю, направляюсь в Кіровоградську область, я знаю дуже добре Александрию. Знают меня там очень хорошо. Вот мы намучились, особенно люди, которые работают там, намучились. Ну, прошли, как говорится, все. Вот. И сегодня стоит задача. И министр сказал, передай от моего имени, это Бойко Юрий Анатольевич, этот министр пустые слова не бросает. Если он сказал, будет вот так, он будет делать так. Если он сказал нет, значит, ничего не будет. Он сказал, от моего имени попроси. Сейчас ведутся у нас завершательные работы по подписанию этого договора. Мы рассмотрим вопрос, и мы будем возрождать буроугольный комплекс. Тем паче у министра планы такие, чтобы здесь, не куда-то этот уголь бурый, там брикеты делать, возить. Здесь уголь будет добываться, значит, и здесь же будут построены электростанции, которые будут обеспечивать теплом непосредственно город Александрию и будут еще экспортировать электроэнергию. Такая вот задача стоит перед министром, и он меня попросил, чтобы я ее озвучил на встрече вот завтра в Александрии. Дякую вам за ваши відповіді. На жаль, наш час уже сплив. Виявилась тему дня. Народний депутат України Віктор Турманов сьогодні спілкувався зі мною з приводу подальшої долі буровугільної галузі в Україні і, зокрема, її розвитку на Кіровоградщині. На все добре. До свидания.
Дякую.